Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре 7 Days to Day. И мы приперлись на какой-то город. Я не могу понять, что это вообще за город такой. Я никогда в пустыне большого города не видел. А, полукло точно. А, ну типа разрушенный. Так, радиация здесь тоже что ли есть? Нет, радиация здесь не вижу, кстати. Но мне нужны ветки. Ветки, 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 детки, конфетки. Так, здесь вроде пока тихо. Надеюсь, так оно будет и впредь. Постараюсь воспользоваться тем, что у меня система сейчас перегружена. И с оперативки только 32 гига полностью забиты. Сейчас посмотрел. Надо этим воспользоваться и попробовать хоть городок полутать. Да. Читерю как могу. А что вы хотите от меня? Я без гаечных, пока не получу гаечный ключ, я ничего не могу сделать. Ну или хотя бы 25 уровень. Или механика паца. Хочу, короче, я хочу все. Но не имею ничего. 14 день, сразу скажу, скорее всего, с вероятностью 128% будем встречать тоже там где-нибудь на крыше здания. Так просто это будут там все эти ковырять носу и смотреть, как зомби добивают этот домик. Здесь хоть один, блин, магазин-то есть. Больше у меня пока идей никаких нету насчет этого. Да, кстати, и совсем чуть не забыл. Это надо непременно делать. Стопэ. Чё я с собой эту хрень-то таскаю вообще? Прикалываетесь, что ли? 15 травы? Охренеть полезно. Угу. А вот и все, как говорится, зомбятки. Кусь-кусь-кусятки. Ну лады. Положим, я зомби нашел. Но я вот что-то не могу понять, что тут магазинов нет, что ли? Ты что за бред-то такой? Не издеваются? И в этом моде убрали, блин, все магазины специально. А, ведь могут, зараза. Строительный магазин взять, все убрать так. Ха-ха-ха-ха, выживай как можешь. Да уж, это что-то как-то сурово будет тогда. Ну, я вижу, по крайней мере, заправку. Топливо, топливо, я его хочу. Почечки. Да ты жужикалка там, жужи сколько влезет. Ох, я этот столик хочу, но мне его взять нечем. Моя судьба, моя судьбинушка. Залобная ты. Дайте мне что-то полезное. Спасибо. Ремнок благодарен. Такс. Зашел я через окно. Слушайте, чуть-чуть спокойно как-то. Да ну нафиг. Я нет, на этот трюк я второй раз не попадусь. Не покатит. Я топливо лучше вот так вот зацапаю. Буду счастлив, доволен, радоваться. Не пойми чему, не пойми зачем. Там еще кукинпот прихвачу и заскраблю.
Извините, пожалуйста. Я по нему плачу. Он такой мой миленький. Мне его нет. Я его снять не могу. А какая же подстава-то, а? Так, ладно. Расстройство получили на весь оставшийся день. Теперь надо сюда поехать. Так, сельскохозяйственный магазин найти, что там зомби еще не было. Можно этим воспользоваться. Но, блин. Мечты фантазии. Зомбики начинают респауниться. Уже это плохо. Пожалуйста, магазинчик дайте. Ну, я примерно представляю, что все магазины, здесь их тупо просто нету. Значит, ядрить налево. Нет, радиация здесь есть, кстати. Это моды, дорогие друзья, это моды. Тут еще и медведи, да? Зашибись вообще. Ну, я услышал медведя, но не хочу на него смотреть, если честно. Понятно, кроме заправки здесь ни черта нету. Это плохо. Поехали отсюда нафиг. Знаете что, мне этот городок понравился, пожалуй, задержусь. Ненадолго. Ага. Очень смешно. Обалдеть аж как. Игра, ты чего? Совсем меня в корень приколоть решила? Угу. Совсем по полной. Я сократить путь-то здесь как-нибудь могу. Ядрить твою. Вот это, блин, дает. Да. Это, блин, не апокалипсис. Это просто пи... Это просто чистый звездец. Даже назвать даже не могу, как сказать. Извините. Вот что повторяюсь. Но я просто немного тут. Совсем чуть-чуть. Пытаюсь одуплить, что происходит. Так, кстати, мне еще один уровень нужен до железа. Надо будет сейчас на зомбях его набить. Мау. Слушайте, реально, у меня же один уровень остался. По идее, я смогу его более-менее быстро наколушматить. Теоретически, а чем? Эй, сейчас поеду. Что ж, давайте, дорогие друзья, тогда так. Я сейчас поехал домой. Потом собирать перья. Выкачиваться на зомбях. Ну, я не знаю, сколько у меня это времени займет, ей-богу. Я, если получится... Блин. Если все будет удачно, вот так вот выражусь, я к вам вернусь до Орды, там еще одну серию 200 смогу снять. Там пойду зомби когда крошить уже нормально, или там исследовать что-то. Но пока на данный момент мне надо будет застрять в начальных локациях и там тупо фармить перья. Может быть, сделаю огород, но надо потом будет как-то хоть по минимуму что-то сделать и уже потом ехать искать новое место под базу. Либо вскрою бункер, вам покажу, который там рядом со мной. Чё? Ну, как-то так. Что ж, ладно, увидимся тогда, так сказать, после паузы. Сколько дней игрового времени пройдет? Хе-хе. Да без понятия. Ой, дорогие друзья, я нашел то, что я искал. Они, правда, сейчас могут убить. Мне надо придумать, что мне сейчас выбросить. Полина. Как же я раньше эту фигню упустил-то? Мне по-любому нужен этот гаечный ключ. По-любому.
Хоть убейте. Я его заберу. И семена, блин. Да что ж такое-то? Скраб. Семена кукурузы мне тоже очень нужны. Все, остальное мне нафиг не нужно. Возвращаемся обратно. Сейчас я попробую спилить стол. Ой, как повезло. Этот долбанный гаечный ключ. Ё-моё. Вот это вот везение. Просто жуткое везение. Так, мне надо сразу сделать пометочку на заправочку, да? А, блин. Пометочку на заправочку. Как она тут выглядит? Вроде так. Ну чё? Ну, блин. А, нет, тут нормально, я съеду. Так, повезет мне или нет? Делаем ставки. Делаем ставки. Я надеюсь, повезет. Очень надеюсь. Ой, как подлагивает. А я еще комп не перезагружал. Просто чистая жесть. Давай, давай, я в тебя верю. Давай вот так вот. Ох, хоть бы получилось все. Вон уже идут ко мне, я вижу их, слышу их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, давай. Так, короче, достал. Место есть, место кофе. По три, да? Молюсь и снимаю. Гаечным ключом этот столик. Чего? Я сейчас что-то юмора не понял. Очень не понял. Это что за жесткий прикол? Вот это, блин, облом. Вот это мне сейчас, дорогие друзья, показали сикусь-накось. Вот это, блин, прикол. Усё. Обалдеть. Вот это, блин, номер. Ладно, гаечный ключ есть. Я сейчас кресло тогда поспиливаю пока. Мехзапчастей, может, наберу, построю свой форкбенч. Ну, ладно. Блин, облом за обломом. Ладно, эту серию я так не очередной выложу. Ой, или добавочный, посмотрим. Ладненько, попёрся я грустно домой.
Знаете, дорогие друзья, здесь вместо собак прилетают, блин, походу, осы. Иди сюда, мне мед нужен. Иди сюда, маленькая. Иначе ты маленькая. Иди сюда, ты. Блин, какая гадость. Так, главное, что вторая сейчас не упустила. Да-да-да-да-да-да. Ой, ё-моё. Упустил моментик. Вот теперь все может быть еще хуже. На 29 минут меня отравил. Гадость какая. А все? Эй, блин, мне разделать что ли нечем? Да твою ж налево, вы издеваетесь. Сейчас добежим. До дома, до хатки скотча возьмем. Так, капец, стамину мне просаживает, гад. Мерзость. В общем, тут курицы пробегали мимо или кролики. И вот точки пролетели. Волшебной страны решил показать. Достали кружить надо мной. Просто реально достали. Так, и мне что еще? Камень нужен, получается. А камень у меня есть где-нибудь? Ага. Конечно, блин, нет. Сейчас добудем. Так, смогу сделать. Блин, два скотча что ли надо? Нет, один. А, 15 камней надо. Отлично. Крафтим, крафтим. У тебя ничего, сейчас добежим. Ну, может медленно. Хотя давайте-ка я посмотрю, у меня спиртик где-то был. Попробую-ка я глотнуть спиртику для рывка, так сказать. Да, он где-то был. И где? Чем эта хрень лечится? Ой, антидот, слушайте. А чё я голову-то парю? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, теперь пофигу вообще. Ой, так у меня еще 41 минута. Твою ж налево. Серьезно? Ну, ёшкин ты, матрешкин. Пчелка пропала. Ой, что же они с их трупами, как зомби, поставили время? Ладненько, дорогие друзья. Это такая у меня серия кусочков отрывков. Я тут пока бегаю в массовом количестве. Че-че-че, будешь той какой-то там. Тайс. Ёшкин ты, матрёшкин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Кончились заряды. Так, кстати, у меня есть противоядие против тебя. Иди сюда. Блин, ты хуже любого зомбаря, кстати. Так, сейчас быстренько ножик себе сделаем, ее почеем. Я просто мед, кстати, нигде тут что-то не нашел вообще. Мне что-то стало интересно, просто до ужаса. Блин, патроны с собой нашел на какой-то пень. Интересно стало до ужаса. Так, политайс. Так, цинк, лимп, форест флауэр. Политус. Блин, я не знаю, что это сейчас попробую приготовить, конечно. Так, яд. О, черт. Так они что, как летающие пауки? Тут этого говна. Реальное дерьмо. Это пока две осы прилетало. Там будут 40 штук.
Так, политус, политус. Стоишь налево. Так, цинк, цинк, цинк. Сейчас давайте посмотрю, смогу ли это вообще приготовить для начала. Цинк есть. Bullet water есть. Что еще? Forest flower, limp of coil. Forest flower, limp of coil. Зашибись. Ну, forest flower. У меня-то они есть где-то. Только вопрос, где? И уголь тоже есть. Так, вот только осталось накопать немножко глинки, да? Да вот вы издеваетесь сейчас надо мной. Так, здесь ничего нету. Это надо все удалять нафиг. Так, лады. Здесь тоже ничего нету. Удаляем сразу. Начал я уже строить все нормальные сундучки, дорогие друзья. Так что... Надо от этого г всего избавляться. Такс. Целая тонна аккумуляторов и спиртярогов. Зашибись, кофеин еще есть. А только реально, куда я засунул Forest Flower? Были же. Че, здесь что ли гонить? Нет. Значит, они где-то внизу. Глины у меня нету. Чего у меня нету? Зашибись. Так, давайте я вниз бегаю, как раз вам покажу, чего у меня тут внизу. Да и надо будет глинки сбегать, наверное, копнуть. Сейчас ко мне зомбарь какой-нибудь, как всегда, забежит. Блин, я ж не люблю двери закрывать. Фигли мне, ха-ха. Герою. С большой, блин, буквы. Так. Сделаю штучек 90. Так, forest flower, forest flower. Бамбук, бамбук, бамбук. Пум-пум-пум. Вот они, forest flower. Так, это надо мне... Вообще скрапнуть бы. Что он не ремонтируется. Это все выложить нафиг. Песок тоже. Камни тоже. Глина, глина, глина. Где моя лопата? Вот моя лопата. Вместо второго гаечного ключа закину. Да, как видите, я тут постепенно разживаюсь. К сожалению, хлама очень много. И все очень не помещается. Так вам скажу сразу. Так, отсюда. Отсюда. Ведро воды сюда. Сейчас быстренько разгребусь. Попробую сделать глинку и вылечиться. По идее, варится это все без бикера. Особенно парить голову не надо. А где я эту глину копал? Вот здесь. От лопаты остались рожки до ножки. Да? Класс. Чтобы сварить, надо сначала лопату отремкать. Наверное. Чинится здесь все с помощью трубок. А, вытащил я, кстати, наковальню одну с печки. Вот сюда поставил. На ней, короче, крафтится брукбенч. А все равно, пока 25 уровень вы не осилите. Без разницы. С металлом работать не можете. Да и вранчицы тоже сделать, тоже не осилите. Довольно-таки геморройно здесь все, но это и интересно, дорогие друзья. Очень мне это очень нравится. Потому что здесь надо хотя бы немножко задуматься, как же поступить дальше. Потому что бывает очень редко. Так, мне получается, помимо противоядия, надо с собой еще эту хренотень носить. Но это ни разу не прикольно, конечно. Ну да ладно, переживу как-нибудь. Этого вполне хватит. Мне сейчас главное много-много обалдеть, сколько много железа. И завалить надо еще крокодила. В смысле убить, а не то, кто-то о чем подумал. Хотя... Так, это я, получается, крафчу вручную, что ли? Прикольно. Все. Ладно, дорогие друзья, эта серия будет такая составная, с множеством частей. Ну, получается так. Я пока тут буду разбираться со своим хламом, туда это сюда носить, выносить, как говорится, надо тут этот мусор весь пособирать нафиг.
пока. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте по видео на YouTube. С вами был Черный Металл, этот мод был выживание. Довольно интересный мод, который заставляет игрока играть, а не бегать, крошить зомби налево и направо. Очень забавный, очень мне нравится. Ай, да ё-моё. Всем удачи, всем пока.